Нет, не, не, убьет, не убьет. Видите, отлично. Я стоял. Я нашел место, где они не могут меня. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Black Dog, Буга-Буга, Васаби, Фуфло, Профит, Заварной Кофе, Винди. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем здорово. Всем привет. Однако, всем здравствуйте. Ребятушки, сегодня у нас будет очень классная рубрика. Мы скачали «Лес в тумане» и будем убегать от толпы Абунг. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, сегодня у нас будет 100 Абунг, как всегда. Карта позволяет это сделать. Начнем с первого. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сразу 9 штук. Так, стойте, они стойте, все стойте. Они все за мной. Ну, это нормально, это нормально. Я же запрограммировал на самых слабых игроков. Вот за кем гоняется, тот самый слабый. Дим, ты нам говорил, что карта бесконечная. Так я уже дошел. Какая она бесконечная? Она очень маленькая. Она даже по размеру, как, наверное, Gem Construct. Если так вот бежать вдоль ее, как раз она по такому размеру. Эй, эй, блин, поцеловался, блин. И, Дима и слабый получается. О, тихо. Ну нет, он меня случайно убил, потому что он по пути шел. Я на горке постою, проверим, убьет он меня или нет, если я буду на горке стоять. Убьет. Нет, не убьет. Видите, отлично. Я стоял. Я нашел место, где они не могут меня... Блин, да я проверил, видите, я подался, блин. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И кто хочет с нами пообщаться и позаписывать ролики, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. У нас уже в Дискорде 42 тысячи человек. Даже 43 уже, наверное, вот скоро будет. Да, 43. Там 7 человек осталось и будет 43. Да? Кстати. Ну сейчас мы их добьем, сейчас мы их добьем. Кстати, скоро стримы на моем канале же начнут выходить. Осталось немножко. Да, будем стримить. Буду стримить за этот Inside Backrooms. Я еще ни разу не умер. Да? А где ты? Я сейчас тебя буду держать. Да, нет. Так, кто его видит, физганом его держите и по бунгам скармливайте. Потому что в конце ролика, ребята, мы будем смотреть по табу, у кого больше всех смертей, тот будет на последнем месте. У кого будет самое меньше смертей, тот будет лучший игрок и еще даже роль в Дискорде какую-то дам. А если у меня все роли в Дискорде? Ну я тогда заберу у тебя роль, а потом я дам назад. Пойдет? Вот такое. Так, мне кажется, надо добавлять. А, нет, я... А, это, блин, смотри. Я когда умираю, мне как-то голова странная. Такая, как у жирафа становится. Счастливый день, я в первые 10 секунд не умер. Да? Ну, мужик. Я живу уже. Беги, беги, беги. С начала ролика. Вот, я вот тут буду стоять. Дима проигрывает. Дима умирает. Я пока меньше всех умер, 13 смертей, да, у меня? Да. А потому что вначале меня кто-то убивал. Перед записью. Это другой. А подожди, это Black Dog. А Black Dog еще ни разу не умер, да? А, я не умер уже. Не надо. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас, короче, ребята, мы будем Black Dog ловить. И скармливать его бомбка. Дим, ты говорил, ловить его физганом, я его просто вижу. Ну все, давай, лови его. И чтоб он умер. Давайте, давайте, мочите его. Уйдите, нет. Ты должен умереть, ты должен умереть. Блин, да что они за мной гоняются? Отпусти. Где он, где он? Я его тоже хочу скормить. Нет у меня. Все, есть. Я стена, я плитус. Ты должен умереть. Вижу. Нет, я не должен. Есть, есть, давай, 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 давай. Стоять, стоять. Отпусти! Давай, давай, а где он? Да блин, я его потерял. Ай, чуть-чуть бы и умер еще. Эй, Абунг, отвали. Да что они за мной все гоняются? Что, издеваетесь? Абунг, он не говорит, что они бегут за самыми слабыми. Отпусти! Ну я не самый же слабый. Все, он убил. Ой-ой-ой, красавчик. Убили. Все, убивайте его. Надо, чтобы он перегнал меня по смертям. Я вам сейчас дам перегнал. Шли вон отсюда. Ты не сможешь. Фу, нечистые. Я умер один раз. Да? Да. Один я. Два следа, я плинтус, я не существую. Меня просто свой убил. Мне кажется, надо добавлять Абунг, чтобы тогда этот больше и больше умирали. Да, это будет наоборот, Дим, будешь ты больше умирать. А не, почему они именно за мной гоняют? Вот, переключайтесь на него. Отлично. Парочку скинул. В следующий раз запишу, знаете, как сделаю? Я сделаю очень сильный, мощный туман и будем в тумане выживать. Так что они за мной все гонятся, ребята? Я никак не могу от них оторваться. Приклеились, что, блин... Во, я вижу, на кого надо скинуть. Нет, фуфла, у него 0. За тобой гонятся, за мной только 4 бегут уже, минуты 2. Я их всего поставил 9, не так уж то и много. Да в углу сидит. Во, я их сделал так, что...
Блин, они меня убили. Опять у меня голова, что у жирафа. Ставь еще, Дима, ставь еще. Еще ставь? Так я умираю очень много раз, и они все за мной почему-то гоняются. Это нечестно. Дим, так ты в начале ролика сказал, что они гоняются за самыми слабыми. Так я не самый слабый, самый слабый Black Dog. А почему я? Я не буду слабым, я не хочу быть слабым. Дим, помнишь закон всех роликов, то, что ты умираешь всегда первый? Нет, обычно ты умираешь. Это традиция. Я еще поставил парочку. Три штуки. Ой. О, погнала, убийство ножами. Я понял с другой механикой сурса. Они по углам все позаседали и сидят. Вот, ой, еще. Ай, блин, да что такое? Они меня окружили. У Абун появился интеллект. Знаете, как быстрее бегать? Никак. Спиной. Альт F4. Точно, Alt F4, ты будешь так быстро бегать, как никогда. Ты скачал мод, смотри, нажимаешь на кнопку, и ты становишься в 10 раз быстрее. Эта кнопка, знаешь, какая? Ой, что-то залагало у меня, надо удалить, наверное, парочку. А что лагает? Нет, у меня пингует прям жестко. Ой-ой-ой, залагало. Ну что жестко? Ой, я её удалил. А что лагает? А что по пингу? А, что? Эй, не лагай. Дима, тебе... Вылетел! Engine error! Игра вылетела! Кстати, знаете, что прикол? Счет обнулился. После того, как игра вылетела. Вот это и хорошо. У меня теперь оп-оп-оп. Я, в принципе, от Абунг и не умирал. Я просто сам килялся, чтобы скин поменять. У меня, кстати, все еще туман. Ну все, вот теперь смотрите, у всех все по нулям. Вот с этого момента будем отчитывать. Правило ловить блэкдогов и с ганом еще действует. Не-не-не, давайте все уже, теперь по-честному играем. Ах, жаль, да. Ничего страшного, переживешь. Эй, ты что мне подрезал, и у меня скорость замедлилась? А то они на него, да, переключились? Че они за мной все бегут? Ты что, самые... За мной тоже. Ой, а! Туда тебе. Ой-ой-ой-ой-ой, это была, конечно, такая смерть. Я испугался, короче, немножко. А куда? А где? Убегите! Так, ты что мне мешаешь бегать? Хочу и мешать. Я бегу только и вижу, как Диму этот захавали. А, понял, до свидания, спасибо, пожалуйста. Я Венди, ты крыса. А нечего по углам сидеть, Карл. Дим, ты что там сидишь? Не, я тут, вот, они бегут к нам толпой. Прощайте. Ой-ой-ой, толпа прибежала, лучше свалить. Потому что сейчас кто-то из них по-любому умрет. Кто меня блочит? Кому мне ноги обломать? Никто не умирает, что такое? Они все за мной бегут. Ой. Есть! Дворной кофе слился. Минус все, кофе. Кстати, что-то они на этой карте не телепортируются, это очень странно. Профит. И не надо. Так, попробую еще поставить, надеюсь, не вылетит. За мной одна бунгал. Да не должно. Почему у тебя вылетает? У тебя же нормальный комп. А это, наверное, из-за карты. У меня нормальный компьютер, но есть карта не оптимизированная. Ой, их толпа там. Я заблочился. Живые все. Я вижу, как смерть убегает в лесу. Помогите! Ну, штук 20 поставил, это точно. Смерть убегает от смерти. Привет, полицейский. Зачем ты ведешь их ко мне? Что это? Ой-ой-ой! Да ё-моё, да я поддался, ну серьезно. Что с вами дружите? Они нас жмут. Жмите их, жмите. Я хочу, чтобы они проиграли тоже. Ой, Валя, потому что я один только буду проигрывать. Да. Ой. Валя! Это чё тут? Жесть какая-то просто. Need for Speed отдыхает. Дим, это знаешь, прям как Форсаж 10, последний заезд. Рил. Опять за мной бегут, а смотрите, что постоянно за мной, я не могу понять. Профит, посмотри назад, профит. Я еще оставлю, надеюсь, не вылетит. Иди сюда, зачем ты ведешь и говоришь, посмотри. Кто меня блочит? Пацаны нервничают, да? А Фуфло читерил. Он опять его. Фуфло вышел. Все, Фуфло не участвует. Все, у него компьютер не тянет компьютер. А вот сам виноват. Сейчас больше не снимается. Фром взорвался. Роль не получишь. Сенса огромная. Ой, я их наставил, ребята. Ну теперь я их очень много поставил. Давайте еще ставить. Чтобы быстрее проходили смерти. Диба, ты хочешь, чтобы мое старое сердце не выдержало этого? У тебя что, старое сердце? Ты молодой же. Какой молодой, 20 лет, это старый. Вот это я их настал, ребята, штук 40. 40 штук уже есть. Я только на секунду повернулся и... Они бегут за мной с профитом. Ой, я вижу, начинает погибать все. Все начинает погибать. Зря он туда пошел. Что за окружение? Я еще не умер. Я не умру в туалете.
Отлично. О, я вижу, они и трофеи меня... слил. Ой, ой, окружили демоны. Они меня окружают. А, вот тебе, уйди от помогите, меня. Помогите, пацаны, вот это начинается веселье. Вот это жесть просто. Полный лесом. Вот это класс. Валим, валим. О, Блэк Дог, наконец-то. Я хочу, чтобы... Ой, пошло, пошло, пошло дело, ребята. Смерть меня подставила. Тут этих рабунг миллион. Я еще сейчас буду ставить. Кто у нас смерть с косой? Кому мне деньги сломать? Сами, сами вопросы. Я их еще поставил, ребята, уже штук, наверное, на 50 уже, наверное, добьем. Ничего себе. Уже больше, больше 50 штук, ребята. Смерти. Ставь еще больше, у меня комп вывозит пока что. А что тут кто-то не возрождается? Это же нечестно лежать. Я не возрождаюсь. Нет, нет, нет. Я буду, я размансил 50 штук. Я боженька. Я вижу, ты как обычно вроде бежишь. Дима, обернись. Нет, не буду оборачиваться, я на такую штуку не ведусь. Нет. Их очень много, очень. И справа, и слева, и по центру. Там у чела ноль смертей. Это я, васаби. А он не возрождается, он упал и лежал, я видел, Рик лежал там. Нет, я бегаю, я смерть. Да? А, тут другой уже перепутал. Смерть меня подставила. Это я, да. Никто не умирает, что за фигня, я же их поставил очень много. Так поэтому я и смерть. Нет, есть. Меня убили! Сразу троих, потому нормально. Потому что быстрые ноги, тренды не боятся. Новая фраза. А, не наспавни сразу! Вот тут я заманил. Отлично, набиваем себе. Привет, кто там этот? Фредди, белый... Привет. До свидания! Смерть! Третий раз! Вот это и жесть тут! Я их много наставил, ребята! Обязательно лайкосик, обязательно лайкосик. Чем больше лайков, тем в следующей серии мы их больше поставим. Дим, с тобой обернуться? Да, ничего больше. Нет, нет, я не буду оборачиваться. Ставь больше. А куда больше? Не буду я их ставить больше, тогда вообще нет смысла. Дим, обернись, вот это контент будет для твоего YouTube-канала. О-о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 
Меня на респе два раза сняли. Мимо моего лица с обунгами. Да никто не умирает, что такое? Их же их наставил очень много. Вот умер. Потому что мансить надо уметь. А чё так подвисает немножко? А вот это же я их еще ставлю просто. У меня нормально все. А. Не, просто когда я подхожу к куче обунгов... Я их поставил, ребята, уже штук 60 или 70. Вот это жесть! Ты задолбал меня получить. Вот это класс, ребята! Вот это вакханалия пошла. Там за каждым, наверное, сейчас миллион обунгов. Так, да, по-любому, на каждого распределилось минимум по 10 штук. Я шифт сломал! Шифт сломал? Я шифт, он у меня отвалился, я сейчас нажимаю просто на вот этот резиновый сосочек, как он там называется, не помню. У меня просто шифт отлетел. Блин, ты что окружили? Ну нереально, нереально. Что делать? Вот это толпа, вот это толпа. Ай, блин, тут там дерево нападулся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Умирай. Ай, нереально, нереально много их. Дима, они уже в карте умирают. Рик, не веди ко мне, Рик. Уйди. Не ходи вот у меня. Профит, шел вон, я сказал. Кто тут еще? Разманшу. Я матрица. Это трындец. Я самурай, я ниндзя, у меня нет цели, у меня есть лишь путь. Есть. Если закончились патроны, помни, ты сам патрон. Отлично. Мама, я в космосе. Ай-яй-яй-яй, блин, я испугался. Ну все, давай, где вы? Толпа, бунг, я вас не боюсь. Давай, иди сюда, иди. Что ты мне сделаешь? А? Ничего не могу сделать, видите? Ничего, я их вокруг горки гоняю. Ну это я подался, конечно. Ну что, подводим итоги. Самый больше раз умер кто у нас? У меня 9 смертей. Дима. Я? Да. Ну, а что, знаете, почему я больше всех умер раз? Потому что я их ставил, и они возле меня спамнились. Ладно, проиграл. А меньше всех раз умер Уга-Буга. Если вам понравилась эта серия, и она вам подняла настроение, ставьте палец, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Поджигай!